Привет! Это мастерская медленных путешествий «Ходи, смотри» и я, Ольга Недорубова. В 1939 году выпускники мужского колледжа «Фердинанд» в очередной раз собрались поговорить о том, что в Арне нужна художественная галерея. В истории города есть несколько красивых примеров того, как мальчики говорили-говорили за утренним кофе, а потом раз и образовывали товарищество, а при нем фонд – начиналась работа, движуха, и через парк, например, протягивалась большая красивая аллея, о которой потом говорили. Да, уже давно есть, да, всегда тут была. Так и тут мальчики поговорили еще некоторое время, а потом решились и сделали. 31 октября 1943 года варнинские художники основали товарищество и фонд за образование постоянной художественной экспозиции в Варне. 9 января 1944 года в салоне еврейского дома мэр города открыл первую выставку товарищества. Варнинские художники держали фонд и собирали работы для постоянной экспозиции 4 следующих года. 4 гребаных факин года с 1944 по 1948. В 1939 началась Вторая мировая. СССР и Германия вместе делили карту мира. Болгария держала нейтралитет, пока это было возможно. Выпускники колледжа «Фердинанд» собирали коллекцию работ. В 1941-м СССР и Германия стали противниками. Болгария включилась во Вторую мировую. Варнинские художники собирали основу будущей постоянной экспозиции. В 1943-м царь Болгарии Борис III внезапно умер. Главой страны стал 6-летний Семен II, регентом его дядя, князь Кирилл Преславский. Мир разорвался на части. Варнинские художники основали фонд и собирали деньги. Первая выставка будущей городской художественной галереи открылась 9 января 1944 года. А 8 сентября 1944 года в Болгарию вторгся СССР. И еще 4 года, пока ломали, крушили, меняли привычный мир, еще 4 года выпускники колледжа «Фердинанд» устраивали выставки, собирали коллекцию, основу будущей художественной галереи. До последнего художника я ничего не могу сделать с новостями. Я могу что-то сделать только с собой. Я могу выплакаться, продышаться, растянуться и делать свое дело. Мастерская медленных путешествий и фондация «Ходи Гледой» продолжает работать. В воскресенье едем в Плиску. В понедельник будет новое медленное видео. В следующую пятницу надеюсь успеть демонтировать вторую часть лекции о храмах. Обнимаю крепко. Дышите. Привет из Варны.